Собаководов обяжут убирать за своими питомцами на прогулках. Количество животных в квартирах ограничат. В Новосибирской области готовят новый документ, регламентирующий обращение с четвероногими. Какие нормы собираются вводить, узнавал Александр Сульдин. Десятки кошек в квартире, соседи страдают, зловоние на весь подъезд. Собаки за стенкой лают и не дают спать окружающим. Брошенные животные на улице сбиваются в стаи и нападают на людей. Решение проблем. Хозяева четвероногих должны более ответственно относиться к своим питомцам. Сегодня обсуждают концепцию дополнительных требований к содержанию животных. Например, в документе говорится, что владельцы собак и кошек обязаны убирать за ними и на улице, и в помещении. Эта норма введена для того, чтобы можно было применить какие-то меры воздействия к таким недобросовестным гражданам. Есть и норма по количеству животных. Дома на одного человека должно быть не более 5 крупных собак или 10 кошек. Лишних заберут в приют. Этот пункт вызывает дискуссии. Дарья Супрун – волонтер. Уже год занимается спасением животных. У нее дома часто собаки на передержке. Интересный момент, который хотелось бы, чтобы проработали. Потому что вот так вот ждать, когда к тебе придут до конца жизни, ну, тоже не очень хочется. Не придут, если жалоб от соседей не будет. Квартиры, перенаселенные животными, ветеринары могут проверять только по согласованию с прокуратурой. Количество собак и кошек на человека в итоговом документе будут корректировать. Данный показатель будет, естественно, обсуждаться дальше, и мы будем двигать этот показатель в ту или иную сторону. Но, тем не менее, мы пришли к пониманию, что определение данного предельного количества, оно необходимо. На обсуждении говорят не только об ответственности собаководов, но и профильных городских служб, в частности, о создании площадок для выгула собак. Владельцев четвероногих обяжут убирать за своими питомцами продукты их жизнедеятельности. Кроме того, внимательнее следить за собаками во время прогулок. Еще бы, конечно, вот таких вот площадок побольше, а то в довольно приличном квартале от Монумента Славы до улицы Вертковская такая всего одна. Концепция, которую обсуждают сегодня, ляжет в основу постановления правительства региона. С его принятием требования об ответственном отношении к питомцам приобретут силу закона. Александр Сульдин, Андрей Дулепов, новости ОТС.